Друзья, сегодня 28 марта. Хочу снять для вас еще один ролик про гортензию. Самую первую гортензию, которая покупалась в моем саду 15 лет назад. Это ванила фрез. И она сформирована, ну, условно можно сказать, что вот таким штамбиком, который получился довольно-таки случайно. Я ее покупала очень маленькой. В то время никто о гортензиях ничего не писал, ни про обрезку, ни никаких видео, ютубов, роликов не снималось. И у нас была перепланировка сада, она несколько раз пересаживалась, поэтому формировалась абы как. Прошлой осенью она здорово пострадала из-за града. Видите, кора пробита в некоторых местах. А в самом низу вот здесь был сук. Тоже вот так вот ответвление было небольшое, примерно такой же толщины. Я его решила срезать, потому что он был здорово раздроблен. И посмотрите, снизу проснулись почки, вы видите. Поэтому не бойтесь обновлять какие-то ваши неудачно сформированные кусты. Видите, начали просыпаться почки. Вот еще красненькая почка, еще одна. Тут много на стволе проснувшихся почек. Вот почка. Вот еще одна проснулась. Я не знаю, буду ли я их оставлять, потому что верх просыпается не очень активно. Мне пришлось ее довольно-таки коротко обрезать. Она была здорово поломана градом. Ну, вы видите, в основном везде обрезка на одну пару почек. Где-то вот оно просыпается. Да, вот здесь. Где-то просыпается на стволе, почки пробуждаются на основных веточках. А где-то, вот я тут замазывала, видите, вот эта ветка тоже очень сильно пострадала, я ее замазывала садовым варом. На этой ветке я вижу вот всего две почки проснулась. И пока вот еще одна, третья почка. И на этом все. Вот эта ветка, видите, она сильно тоже пострадала. Ее очень здорово побило. Град у нас такой прошел. Здесь вот одна почка, здесь слабенькая совсем. И я думаю, это все. Скорее всего, на этой ветке все. Мне, наверное, придется ее либо убрать полностью, обрезать, либо оставить одну. Пока не знаю, пока не решила. Очень здорово ее побило, мою гортензию. Такое тоже бывает. Вот, видите, все, что коротко обрезалось, оно вот все по одной паре почечек все начало потихонечку просыпаться. Остальные гортензии у меня уже прям такие хорошие зелененькие почки. Основную обрезку я делала, ну, можно сказать, что осенью где-то я пообрезала, потому что смотреть на это было очень-очень горько, больно, поэтому я обрезала, что могла осенью, что выглядело более-менее относительно не очень сильно побитым, я оставила на весну. И все остальное обрезалось в феврале. В середине февраля обрезку я делала. Я живу в Европе, у нас мягкая зима. Это вот, к слову, о старых, плохо формированных, не сформированных, неудачно сформированных. Либо вы хотите куст обновить, то вот смотрите, я специально обрезала вот эту ветку, в надежде, что проснутся какие-то нижние, возможно, пойдут ветки. Потому что, на самом деле, такой кривой штамбик мне не очень нравится. Но он очень красиво цветет летом. Очень красиво он цвел этим летом. Не очень было, наверное, из-за жары цветение было какое-то. Подгорали быстро у меня здесь цветы на ней. Хотя в этом месте у нас есть какие деревья, и они давали тень, то здесь не прям открытая местность, не, солнце не шпарит там, да, с рассвета до заката. Вот тут у меня растет рядом крупнолистная варигатная гортензия, и ей вполне достаточно, она тут не подгорает, не горит, все прекрасно себя чувствует. Ну вот метельчатая именно ванила, она у меня поджаривалась этим летом. А вот позапрошлым летом было очень красивое цветение. Постараюсь найти вам видеозапись летнюю. Возможно, там прикреплена фотография.
предыдущего лета цветения. И покажу вам, как этот штамбик корявенький у меня цвел. Было очень, на самом деле, симпатично. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.